Хейл, гайз, с вами Шимки, и мы сегодня поиграем, даже продолжаем проходить игру под названием Darksiders 2 Deceditions. Поэтому продолжим. Так, где мы хотя бы остановились, мне интересно. А, точно, мы приехали, короче, к котлу, да, если не ошибаюсь. Так, на ОМ. Так, со способностями мы уже разобрались, да, блин, нужно косу будет тогда продать. Вот, мы здесь с вами, у котелка. Как раз вот цель у нас, бла-бла-бла. Как ближе делать, я не знаю. Так, он нам дал миссию и попросил нас с вами найти его в фамильную тарелочку. Поэтому погнали за тарелочкой, я думаю. Да, походу, у меня лагал Айзек из-за сраных обновлений. Steam. Хэллоуинская Steam херня. Она закончится 1 числа. Поэтому можно погонять. Пока в какие-то другие игры. Котел. А, теневые бомбы чрезвычайно взрывоопасны и могут использоваться для уничтожения или перемещения объектов. А нажмите Q для прицеливания. Ух, блин. Серьезно? Это херово. На самом-то деле. Так, вижу два сундука на карте. И вижу двух големов. Уже ноль големов вижу. А вижу херню. А тот сундук, походу, за этими ящичками, да? Окей. Я же думаю, оно у меня в руках не должно было взорваться. Вау! Что я могу? Чекаем. Ботиночки. Отличные ботиночки. Курточку дашь? Не, перчатки. Критический шанс. Ой! Ой-ой-ой! Не, в воздухе можно, да, навалить им, да и все. Мне нужно где-то один отхил найти. Так, ом. Сила. На мне сейчас что? Вот эти, да? Ну, блин, я тогда силу теряю. А что мне сила дает? Защита. Что дает мне сила? Ладно, непонятно, поэтому мы будем качаться в защиту. Оружие. А, ну это, в принципе, все ясно. Это второстепенное орудие. Второстепенное орудие нам не всралось. Окей, мне нужен ключ. Заперто. Да ладно. Не врешь? Так, наверх никуда не залезть? Нет. Ворон показывает мне в обратную сторону. Мне нужно сюда. Ничего не выпало. Так. Shift, пробел. Тут тоже ничего. Кувырки, кувырки. Монетки. Так, проход вижу. Закрытый проход. Но я чувствую, что я не смогу допрыгнуть.
Кстати, куда мне точно идти? Да. Кажется, я рано, да, сюда пошел. А не, вижу проход, все, отлично. Кроп, кроп, кроп. Ништячок. Сейчас все тогда быстренько делаем. О, вижу сундучок. Уи! Успел. Так. Берем. Гуляем. Это мы открыли с вами проход. Хорошо. Теперь здесь я могу спрыгнуть. Босс? Босс файт? Ну... Воу-воу-воу! Мощный, 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 верю. Так, ёлки-палки. Вы чё, офигели? Бам! О, хилка, маны. Блин, а я забыл, что у меня на пятерку шито или на шестерку? На шестерку. Способность. Ладно. Со всеми бывает. Каждый может забыть. Пускай дерется. Так, карта подземелья. Вы нашли карту местности, нажмите О, чтобы открыть хроники и посмотреть карту. Окей. О, а это у меня не одето. И... Это оно, да? Закрыто, закрыто. Где хроники? Так, было сказано, что тут где-то есть хроники. Скорее всего, это оно. Но я вижу сундук и... Так, используется прием ярости. Вау, меня выносят. Недостаточно ярости. Где я тебя возьму? Меня тут вообще дамажат, если ты не заметил. О, предмет выпал. Два хороших предмета довольно. Ну, ярость я использовать не буду, а вот баночка, если сейчас найду лишнюю, можно и потратить. Так, ну это ради ключик, это понятное дело. Да, ключ скелета. Мы уже поняли это. Нажмите Z, чтобы призвать прах. Ой, чуть не упал. Сальто. Так, стоять. Я сюда что, не ходил? По карте у нас есть сокровища.
Есть проход вниз. Но это сейчас сюда приду. Пойдем вниз, ходим. Что это? А, тут у нас закрыто было, точно. Мы сейчас с помощью ключа туда попадем. Да, все, я понял, что у нас открылось. Нет. Ты охерел? Он охерел. Он не понимает, на кого нарвался. Ладно, сейчас откроем ворота, я использую инвентарик, быстро зайду по предметам. По сути, мне должны были вообще дать новые предметы из-за того, что у меня комплект, да? А если комплект, то тут и все DLC должны быть. Вот такой вот. Внимательные. Так, все отлично, поехали. Действие. Часовой механизм. Ну, это мы можем двумя способами. Либо взаимодействовать и толкать его, либо использовать бомбы. И такой внимательный. Ага, вижу рунку сверху. Туда не попасть. И нахера? Я вообще-то там сундук видел. Поэтому я туда за ним побегу. Шмотку дашь или оружие? Дай оружие. Ух ты. Замечу, что это когти второстепенное оружие. И у них урон почти такой же, как у нашей секиры. Нет, наврал. Я просто смотрю, что оно у нас не красненькое. Я поэтому думаю, что это типа нормальный предмет. Очень медленная активация у нас дверей. Почему туда? Что мы там забыли с тобой? У нас же нету там спуска вниз. Здесь только есть проход, и здесь проход, но он закрытый. Хотя... Ты мне туда, да, показываешь? Нет, ты меня наебаешь. Извини, голубь, но ты меня наебаешь. Так, туда мне не попасть. По идее, здесь вот есть проходик. Вот, да, есть проход. Но мне нужен двойной прыжок. Извиняйте. Дайте, а куда мне тогда идти? Минуточку. Что такое? Ну, я там не пройду. Зачем я туда вообще шел? Где мне искать его тарелочку? Где квесты? Короче, мне нужна линия квестов. Где квесты наши? Мне не попасть сюда. Там перепрыгивай только нужно. А, стоять, вот еще место есть. Так, ворон, погнали быстрее. Вон, я нашел еще проход, но я не уверен, насколько он точен. Приведет он вообще меня хотя бы куда-то. Либо тут просто дырка в стене. Нет, там есть проход. Там все-таки что-то есть. Сокровищница у нас здесь есть. И проход дальше у нас есть. Ага. Два сундука даже есть. Нифига себе. Ну, этот снова же у нас предмет обычный
второстепенные для урона. Так, погнали по стене. О, это хороший сундук. Очень хороший сундук. Вау. Вау. А вот это я одену. Второстепенное оружие. Так, 110, 120. 110. Плюс критический удар. Надеть. Его можно плюс улучшить. Давайте я даже это и сделаю. Ладно, будем улучшать через эти, да, только. Но я от этих не вижу смысла. А, ну вообще мало, да? Да, ну очень мало дает. Ну, перчатки нормально дают. Хотя, ладно, посрать. Крутящий момент. В принципе, то же самое, что у нас сейчас. Только держимые. Поэтому оно ничем не отличается. Сейчас и проверим, если будет враг. О, как раз проход нашли, видите ли? Так, с одной стороны открывается ворота, и там враг как раз подопытные. Подопытные крысы, здрасте. Ой! Ой, тихо-тихо-тихо, добивание. Так, хорошо, у нас там заперто. Так, ботинки. Плохие ботинки. Не, в принципе, если отдавать все здесь в жертву, то нормально. Я думал, сейчас файты будут. Ладно. Ну, файты, походу, не будет. Почему бы и нет? Так, ну мне нужно две печати. Ага, он у нас закрытый. Так, страница книги мертвых. Так, окей. Извини, мне придется украсть оттуда и перетащить сюда. Хорошо. Чтобы вытолкать, мне нужно юзнуть бомбу. Покатили. Вы знаете, немного мне что-то напоминает Лару Крофт. Там такие же шары были. Их тоже нужно было катить. Он их так катит нелепо. Почему он своим призраком, вот этим костяным, которым он, видите ли, открывает двери, открывает сундуки, просто не возьмет и шар этот в руки, да и все. Оп. А, там ключ будет. Самый охерительный сундук.
А в нем ключ. Что еще там может быть? Хотя это не самое охерительное. Не, это второй по охерительности сундук. Но все же. Зачем постоянно писать это? И не будет файта. Да я не верю. Next. Открываем. Сейчас будет боссик, скорее всего, файт. Да, у меня на самом деле лагает чисто из-за этого. Потому что сейчас ни одного фриза. Значит, все-таки лагал чисто из-за стима. У нас Айзек. Супер загадки. Слишком сложно. Хорошо. По этой хере я могу лазить. Нельзя терять время. Полностью с тобой согласен. О, смотри, там золотуха. Что, это на время? А, это на время. Никто мне не сказал, что это было на время. Хорошо, значит, мы сейчас это все быстро провернем. И все. Так. Шустренько. Не теряя ни минуты. Готово. Нормально. То когда я умер, он, значит, сразу, да, упал. Обидно. Так. И что вы мне предлагаете? О, нашел. Опс. Терять. Я потом туда пойду за сундуком. О, там охерительный сундук. О, тарелочка. Блюдо скитальца. Одно из утраченных сокровищ скитальца. Это блюдо имеет огромную эмоциональную ценность для Карна. Интересно. Только я не понял, где... Это у нас квестовые предметы, я думал, амулеты. Так, мне бы хилку найти. Лишним. Тогда... Вы, кажется, будет босс. Но здесь точно будет босс. Там нам показали кидающего, а здесь босс, да? Да, нет. Карн. Кажись, да? Ой-ой-ой. Беру свои слова обратно. Не, все, он слабак. Оу! Бум! Так, Темный Мститель. Это оружие когда-то принадлежало воину по имени Дрейвен. После бесчисленных поединков оно впитало ярость и мстительность Дрейвена.
известна как Темный Мститель. Это оружие жаждет крови и разрушений. Ой, дроп дали. Фигня. Хотя, знаете, нет, я буду брать третьего уровня, вообще вот зеленые, либо другие по цветогамме, потому что из них я смогу себе сделать нормальные вещи. Как бы оно даже и не было. Так, это что у нас за место? Отсюда у нас приятель, да, выбежал? Бля, ну хилку пришлось все-таки потратить. Ну, сундук. Мне все равно придется возвращаться туда. Я уже там открыл же сундук. Так, открываем. В основном деньги. Ничего ценного. Денежки. Денежки. Рычажок. Так, сундучок. Он красиво выглядит, но... Не, он красиво выглядит. Подожди. Почему этот предмет выглядит как куртка? Выглядит как куртка. Но на самом деле это юбка. А я не понимаю этого сейчас. Так, еще одна страничка. С этой стороны что-то есть. Денежка есть. Ладно, поехали. А, нам же как раз нужно этот поднять, да? Или вперед, вперед. Сейчас мы впустим огонь. Крутимся, вертимся. Все, подали жарок. И нам еще остается с вами это добыть. Воду. Да, котел выполнен. Вернуться к Элли. 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 Сундук. О! Хилка. О, охерительная броня. Так, замечу момент, что мне нужно сейчас будет возвращаться. Я сдохну. Да? Так. Надеть. Ого. Так, это у нас тоже... Ого. Урон быстрый. Защита 36, замечу. Сила отпора. Блин, охерительный. Блин, херня в том, что он дает защиту. Херня в том, что он дает защиту. Блин, ну урон резанный. Очень резанный урон. Но он быстро атакует. Ладно, погнали, короче, в эту сторону. Мне быстро нужно вернуться в начало. Поднимемся там поверху. Да, все, пускнул, пускнул. Мы же все равно сократили плюс дорогу себе. А сундук мне нужен. Так, осталось только понять, в какую сторону идти. Да, все, я правильно иду. Так, здесь быстро мы с вами поднимемся, пробежимся и охерительный сундук откроем.
Главное, чтобы повезло с дропом. Хорошие ботинки. Эликсир. Все, да? Да, все. Ну, в принципе, ради хороших ботиночков можно было и прийти. Потом, в принципе, в следующей серии, по идее, мы должны будем вернуться обратно. И обратно, и добыть воду нужно будет тоже. А вот здесь нужно подумать, типа, насчет вернуться обратно и сразу воду запустить. Так, и выход. Направо. Сейчас, мужичку, еще блюдце как раз отдам. Эй, Ходор. Держи. Гора подает голос. Как тебе? Нет, нет, это не важно. Ты сделал то, что нам, то, что мне не удалось. Скорее расскажи эту добрую новость Элии. Окей, но я нашел это. Я нашел это блюдо, которое ты просил. Ты хороший человек. Ты значительно лучше, чем можно судить по твоему имени. Я у тебя в долгу. Новый уровень. Плюс экспа. Получено очко. Клик. Блик. Ну, я еще получу три способности какие-то, и вещи у нас еще есть. Скорее всего, это будет пистолет. Это как в первом Дарксайдере. Плюс сюрикен, как в первом Дарксайдере. И все. А по способностям, скорее всего, двойной прыжок, это полет будет у нас. Еще что-то. Так. А что здесь, в принципе, такое можно прокачать? Ярость. Так. 14.32. Такое незначительно. единиц урон. Ну, одинаковые проценты, поэтому... Блин, хотя, если я еще сюда буду прокачивать, что это увеличит вероятность критического удара, урона при мгновенном ударе. Это нужно мне это, да, вкачать будет? Не хочу. Здесь вот эта охерительная тема. Чик-чик-чик-чик, шкала. Можно, в принципе, оставить чисто для нее. Так что здесь такое незначительно все увеличивается. После мгновенного рада ярость увеличивается на краткое время, увеличит на... И это можно, в принципе, прокачать. Увеличение накопления ярости. Типа пятый уровень. А у меня... Четвертый. Ну, в принципе, да, я сохраню его. С тобой я больше взаимодействовать же не могу, да? Меня не проведешь. А, давайте, в принципе... Никому еще не удалось ничего сделать, просто стоя на месте. Давайте тогда на этом, я думаю, закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.